мой знакомый друг Махмуд сейчас расскажет. Привет. Привет. Здравствуйте. Расскажи, цены какие здесь? Сауна бесплатная, туристские бани есть, без пили, без массаж, бесплатная. Хамам тоже бесплатно, хамам, полежать, да? Хамам, без пили, без пьяного массаж, хамам, туристские бани бесплатная, пар есть, бесплатно. Окей. Окей. Полотенце тоже дают здесь? Полотенце здесь, там. Вон полотенце, пожалуйста, что получаешь. И чай здесь, да, тоже? За дополнительную плату можно сделать пилинг, массаж, пенный массаж. Массаж, у нас много, у нас массаж есть. Окей. И вот главный менеджер. Менеджер? Да. Еще одна. Ну, этого мы знаем. Да, он нас пригласил, да, на пляже, говорит, приходите ко мне. Привет. Заснул. Раздевалка. Вот. Шкафчики. С кодовыми замками. Ну, здесь что есть? Душ. И, скорее всего, туалет. Проходим в основную комнату. Здесь вот две сауны, из которых одна рабочая, вот эта не отключена. Дальше идет у нас хамам. Вот хамам. Сегодня здесь тепло. Камни теплые, градусов под 30, может 27-25. И здесь стим спа. Это турецкая баня с баром. Вот такая здесь. Спа-центр такой, с этой стороны мы спустились. Массажный кабинет. Там баня, в ней уже побывали. Вот здесь есть лежаки для отдыха после бани. Вот здесь уже показали, находится хамам, турецкая баня. Идем дальше. Вот такие кабинки для отдыха тоже. Фонтанчик. Очень чисто. Приятно, аккуратно все. Все очень здорово. Нам здесь понравилось. Надя уже в сауне. Ну как, тепленько или не очень? Тепленько, слегка. Я бы сказал, слегка тоже. Ну здесь каменка. Слабо греет, только один ряд тенов. Я поддаю, вот здесь есть шайка такая. Подожди. Вот она. Так. Ну, на мой взгляд, мало здесь жарко. Вот они все вот это работают. А я здесь так подбегаю. Даже камни не погрелись еще. Это недостаток вот этой сауны. Первое посещение сауны. Мы остались недовольны, потому что каменка плохо грела. Сейчас отличная температура, но великолепно. Работает все 5 тенов. Говорили с менеджером, он пообещал. Вот мы пришли вчера и прекрасно попарились. Справа от сауны
находятся душевые кабины, две их штуки здесь. Очки для полотенец, шампунь, обычно стоит рядышком здесь, ящик для полотенец используем. Сейчас проверим, что там, как себя чувствует Вова в турецкой бане. Вова тут уже расположился. Плита теплая? Орнаменты турецкие, мрамор. Косточки свои прогреешь. Да. У нас сегодня без пилинга. Пилинг без пилинга. Без пилинга. Сейчас я попробую, насколько теплая плита. Ну-ка. Тут себе... О, какая! Классно. Слушай, да. Тепло. А то что, там холодно, что ли, на улице? Почему-то здесь у них нет, не шаек, ножичек. Подходишь, это что, снимаешь, водички холодные, поливаешься. Ну, я бы сказал, здесь прохладно, по идее. Ну, дверь-то открыта, я не знаю. Ну-ка. Вау! Ничего себе, тут разве что-то видно? Я здесь. Вау, ничего тебе не видно. Ну покажись, боже, я туда даже не зайду. В тумане. Ёжик. Сегодня нормально. В тумане. Теперь можно расслабиться. Ожидая Черчилла. Так, я за мальчику сейчас пора принесет. Вот, появился. Wait. What is it? Churchill. Churchill? Yes. I like it. Thank you. Thank you very much. Это Черчилль. Здесь айран, здесь должна быть содовая, потом лимон, ну и соль немножко. Посмотрим, какой здесь сделал Черчилль. Неплохо сделал. Я люблю, когда больше айрана. Потому что не размешал мне. Бассейн сейчас не работает, потому что работают 4 бассейна на территории. Этот включает, когда уже похолодает, он с подогревом. И джакузи есть, тоже не включает. И здесь можно выйти, я вчера выходил на балкон. Вид на море, там за соснами Infinity бассейн. Олива здесь растет вроде. Это гигантский размер. Начали созрели до конца. И эвкалипты вот тут же рядом. Помню, сколько растет внизу. Можно просто сауны посидеть, отдохнуть. Goodbye, everybody. На этом же уровне находится магазин, парикмахерская, дальше доктор сидит, здесь же туалет есть. И магазин, который сейчас закрыт. Привет. Привет. А вон там подняли. Вон тарелки, посмотри.